Приветствую вас с точки зрения психологии, а вы обратились именно в раздел психологии. Так вот, с точки зрения психологии везения не существует. То есть везение это что-то, что вообще от человека не зависит совсем. И когда вы говорите, что мне везет или нет, вы снимаете с себя ответственность. Снимаете с себя ответственность за то, что делаете лично вы, за то, что, ну, реализуете лично вы. Вы снимаете ответственность за свои поступки, себя, потому что если у вас что-то не получается, например, да, то за это ответственно везение или невезение, вот. Но вместе с тем вы себя и не хвалите, когда у вас что-то не получается, что-то получается. Таким образом, вы не берете ответственность за свои ошибки, вы не берете ответственность за то, что у вас получается. То есть, как бы полностью самоустраняетесь от того, что вы делаете, от своей деятельности. Кроме того, само понятие везения, заведомо создает такую модель мышления у вас, которая не позволяет его контролировать. То есть на самом деле, данная модель везения, она вообще не позволяет управлять как-либо тем, что вы делаете. И все, что вы можете, это надеяться на то, что вам повезет при этом. Никакого контроля, да, никакого контроля за своей деятельностью у вас, получается, нет и быть не может. И это на самом деле очень печально, очень плохо для любого человека, потому что, ну, в данном случае человек чувствует себя абсолютно беспомощным, неспособным, неспособным ни на что, вот, и, естественно, возникает ощущение того, что от вас ничего не зависит. Вот. То есть в данном случае мне представляется история именно такой. Именно так мне видится. История, именно так мне видится ситуация, и вам, если вы хотите что-то поменять, да, вам нужно брать все-таки свою деятельность, вам нужно брать ее в свои руки и действовать исключительно самостоятельно, вот, чтобы это не зависело от
каких-то факторов внешних, да. То есть понятно, что зависеть будет все равно. Понятно, что зависимость все равно какая-то сохранится. То есть понятно, что не все зависит от вас, понятно, что не все вы можете предусмотреть, не все вы можете предугадать, это, в общем, понятно, вот. Но то, что зависит от вас, вот то, что зависит от вас, я думаю, вот именно то, что зависит от вас, да, сделать вы можете, это вполне вам по силам. Вот, это то, что я могу сказать, значит, исключительно вот, опираясь на то, что вы описываете. То есть вам нужно отойти от идеи о том, что есть какая-то такая, знаете, сила, которая влияет на ваш успех, да, вот, вам нужно от этой идеи отойти, потому что никакой силы на самом деле нет, вот. И это то, что вам нужно сделать. То, что вам необходимо сделать. Вот. Без этого будут серьезные проблемы. Вот. Может быть, происходит неосознанный сброс ответственности себя за то, что вы делаете. Вот. А может быть, происходит такой заброс ответственности. Вот, не знаю, может быть, но мне думается, что если это так, то ничего хорошего вам в любом случае это не принесет, опять-таки. Вот, потому что ответственность нужно нести за себя, вот, самостоятельно, ответственность нужно нести за себя, настоятельно, вот, кроме вас никто ее нести не будет. Вот. Вот так вот, я думаю, можно ответить вам на вопрос. С другой стороны, если вы задавали свой вопрос в раздел эзотерики, то вам нужно обратиться именно туда, там вам ответят более направленно именно на вашу, направленно именно на вашу ситуацию. Вот. Надеюсь, что вам мой ответ поможет. На этом все. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.